Перекличка. Папоротник вот прет уже. Вот он. Молодец. Ну привет, подруга. Насколько ты выросла в этом году? Ёкала мне! Фух, меня опять чуть не парализовало. Вчера меня змея напугала. Сегодня меня утка напугала. У него гнездо, наверное, здесь. Сейчас посмотрим. Снова всем здравствуйте. У нас сегодня тихая охота. Открывается. Сказали, сморчки полезли. Вот вышли прогуляться. Где они тут лазят, сморчки? Будем искать. Может быть, что-нибудь получится у нас. Все, вперед. Находимся мы в таком березовом лесочке. Вот так вот примерно здесь. Люди добрые уже тут улики выставили на всякий пожарный. Мед будут собирать. Такие зелененькие сосенки появляются. Но их здесь мало. Но они есть. Мало, но они есть. Сегодня можно семечки пощелкать. Это не колбу собирать. Там вообще некогда. Руки постоянно заняты. А тут идешь себе. Идешь. И ничего нету. Где-то птичка орет. Копчик где-то орет. Где он? Вот они два. Какие два? Тут их вон сколько. А там еще и чайки с ними. Вон их сколько много здесь. Крутят чайки выше, чем копчики. Коршуны линяне. Фух. Гнезда поди где-нибудь у них тут. Здорово, пернатые. Пернатые слово пернуть. Здрасте. Здрасте. Что, есть что-нибудь? Ни одного не вижу. Такая же песня. Вот еще один. Шестой муравейник. Короче, будем муравейники сегодня коллекционировать. Что-то я внимания-то не обратил. А сейчас иду. Оказывается, поле-то все перепаханное. Это что тут решили делать? Интересно. Зачем его перепахали? Неужто? Ну и что? Вот и мне сморчок попался. О! Привет, сморчок. О, какой сморчок. Всем сморчкам сморчок. Первый сморчок у меня есть. Какой важный кандык. Ветрениц и бабочка, вон какая ядреная. Красотуля. Сережки
березка распустила. Вон какие они у нее красивые. Все хорошо. А тут кусочек зимы. Такой ледничок своеобразный. Парочку фотографий сделать. А это частный сектор дымит. Вот это частный сектор. Это олигарха. Он же частный сектор. Это же частное предприятие. И тут частный сектор. Тоже частное предприятие. Но здесь домов много. И они что-то не дымят. Так какой частный сектор больше дымит, интересно? Ну, спишут вот на этот, который не дымит. Потому что на этого страшно. Опять по этому полю, по паханому, идти караул. Привет, ты куда лыжи навострила? А? Эй, лохматая. Хе-хе, мягкая. И вообще мягкая. Тю-тю. Если это гусеница мягкая, это сколько гусениц на варежке? Видал, что творится? Под черемахами Паша насобирал. Вот такие сморчки. Это полдня ходу всего-то. Ну ничего. На жареху попались. Они мне попались все-таки. Вот они. Вот еще. Вот один. Вот второй. Вот третий. Вот четвертый. Вот они. Такие сморчи. Где мой пакет? Вот сюда. Вот сморчки такие вот. Где-то еще видел. Вот он вылазит. Где-то еще видел. Вон вылазит. Вон он. Так, где-то еще сзади видел. А, вот они тут где. Они под листвой здесь сидят, спрятались. Все, оторвал я ему башку. Ничего. Так. Это тут видел. Вот он. А? Процесс пошел, да. Вот он. Сейчас мы их тут надергаем. Оба-на. Процесс пошел. Так, а вон это что у нас такое? Ну-ка, подойду, посмотрю. Показалось. Ладно. Вот он торчит. Теперь надо тут внимательнее смотреть. Сморчишка. Мальчишка, сморчишка. Так. Где еще вы тут есть?
А муж и видать. А мне не видать. Ну а что не видать-то? Под ноги смотреть надо же. Иногда. Не видать, не видать. Что тут видать? Вот он. Так, бац его. Так, сюда. Это вон там еще всплеснулся. Это вот весь, вот он. Из-под листвы торчит. Вот он, его и не видать. Видишь, как загнул его, бедолагу. Иди ко мне, мой белый хлеб. Вот так вот. Где еще? Вон торчит, вон торчит, вон торчит. Все, ползу. Вот он. Оба-да. Я тут еще видел. Иди сюда. Вот, а. Вот еще один. Где еще? Вон еще один. Все. Мои сморчки меня дождались. Все, потерял я его. Вот он. Вон еще торчит, вот еще торчит. Вот такой. Это примула, оказывается. Встречал еще красную. О, какие красивые. Ладно. Примула. И вот снова примула. Сныть. Сныть я уже наелся. Семечек нащелкался. Соку напился. Грибов набрал на жареху. Почти. На жареху-то нету еще. А что, в принципе, с картошкой? Хватит две картошки. В грибочках. Медунка. Ну ладно. Это будет медуница. Ну что не хватит? Папоротник вот прет уже. Вот он. Молодец. Ну привет, подруга. Насколько ты выросла в этом году? Ёкаламане! Фух, меня опять чуть не парализовало. Вчера меня змея напугала. Сегодня меня утка напугала. У него гнездо, наверное, здесь. Сейчас посмотрим. Или она тут просто сидела, отдыхала. Или у нее... Ох ты! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я вон сколько у нее тут. Вот тебе и подруга. Три, шесть, а? Восемь штук яичек. Хе-хе-хе. Я не трону тебя, не боись. Нифига себе, утки где гнезда вьют. Вон она, под елочкой. Дятел все раздолбал.
А? Стоит раздолбанный. Дятел, говорю, раздолбил все. Молодец. Вот так он тут вот управился. Вот тут они будут расти. У нас кукушкины слезки. Мы придем их тут полопаем. Вдоль берега специально иду. Где все змеи подколодные? Вылазьте. Нету никого. Вот всегда так. Рыбаки рыбачили. Ящерки бегают. Рыбов не видать сегодня, потому что ветер. Ветер и грибов не видать. Тарзанка на месте. Все, лесенка можно. Тоже на месте. А? Лесенка на месте. Лесенка? Ну, вот тут. Ага. Спущусь, посмотрю конкретно. А это поддон, тупо поддон и лестница. Куп-куп. Ладно. Погнали наших городских. Это бакланы, наверное, а не чайки. Ну-ка покажитесь. Куда полетели, падайте уже. Да садитесь уже. Ну да ладно. Вы долго тут летать будете.